Всем привет! Меня зовут Костя. Мы хотели ломать Wi-Fi, но сделали тюнер для гитары. Хотя нас просили сделать хроматический тюнер. Но в итоге демонстрировать я буду на укулеле. Так уж получится. А сколько у вас, кстати, в команде? Нас четверо. Четверо у вас. А где еще ребята? Не здесь. Ага. Может быть. Ну, как вам удобно? Скажу честно, я сегодня вообще почти не спал. Вот, так что презентацию эту вижу второй раз. Но я сделал все, что смогу. Ну, в общем, мы сделали обычный тюнер для гитары. Но для укулеле. Потому что гитару мы не смогли найти, но девчонки нам одолжили укулеле, за что вам большое спасибо. Вот. Вы нас очень выручили. Обычный тюнер, но необычный гитар. Да. Вам нужен этот тюнер. У вас всегда есть проблемы с гитарой, конечно же. И вам нужен обязательно этот тюнер на телефон. Смешная картинка. Давай дальше. Вот это, короче, я сегодня ночью. Я писал очень много кода, я очень устал, серьезно. Давай дальше. Вот, ну, вот это вот кусочек того, что мы сделали, да. Сейчас покажем нормальный мир. То есть у нас есть гриф, есть ноты, и показывается, в какую сторону нужно крутить колонки. Ну, все очень просто. Вот, мы планировали еще сделать настраиваемые строи гитары и укулеле, но реализовать это не успели на самом деле, поэтому зашили только один стандартный строй для укулеле. Видите, презентация с моими словами не совсем сочетается, но в принципе я рассказал основную суть. Вот, сейчас попытаемся показать. А давайте, пока вы там показываете, расскажите, как вы анализировали звук. Мы нашли в открытом доступе хроматический тюнер. Вот, у них было реализовано это, но у них также был алгоритм усложнен тем, что они анализировали еще и тональность. Поскольку нас интересует тональность только стандартный, то это пришлось выпиливать, разбираться в этом коде. Написан код не очень хорошо, не очень модульно. Вот. Но мы разобрались, в принципе, справились. Вот. Проблема была такая, что для снятия звука мы использовали сначала QT-шный модуль, но оказалось, что он не дает достаточно точности, поэтому пришлось подрубать пульс аудио. Информации об этом нигде нет, только эмпирически выявили. Так, ну вот, собственно, укулеле. Вот, я дергаю нижнюю струну. Она настроена сейчас. Я немножко делаю хуже. Вот, она отклоняется и говорит, что мне нужно панель сделать. А можно ли нижнюю струну? Можно и нижнюю. Можно верхнюю. Можно среднюю. Ну, она настроена на самом деле. Поэтому сейчас все хорошо. Есть буквально минутка на вопросы, у кого есть. Да, могу по Wi-Fi на вопрос ответить. Нет, лучше по голосу. Проблема в чем? Оперка на QT возвращает значение в чарах. Причем минимальная амплитуда там на выходе была 80. Ну, это значение максимальное 170, по-моему. То есть, ну, реально там разброс в 100 значений всего. На пульс аудио там 16 бит идет, поэтому там, ну, порядка 10 тысяч разброс амплитуд есть, только раз точнее. Еще раз? В интернете. Куча исходников переломателей. Да? Реальные примеры реальных проектов. Не понял. Вот ядра пульс аудио, а не
Потому что в основном все пульс аудио используют. Мы попробовали пульс аудио, оно сработало. Ну, ладно, давайте мы это для обсуждения отложим. Спасибо.